могу отправиться в романтическое путешествие в Тоскану. Я не готов для знакомства. Тебе не придется, можешь быть уверена. Это романтическое путешествие для геев. Так что сможешь расслабиться. Там будут пары, никто не будет к тебе приставать и пялиться на тебя. И ты сможешь сосредоточиться и прислушаться к своему внутреннему голосу. Мой внутренний голос? Мой внутренний голос будет говорить. Так получилось, ты делаешь с геями. Фрэнсис, это же Италия. Италия. И потом это самое время, чтобы начать писать. Я занята. Мне нужно написать кучу рецензий. Лучше бы писала свою книгу. Ты со зла или это у тебя гормональное? Ладно. Не убейте друг друга, пока я не вернусь.